Добрый день! Представляю вам новое поступление. Блузки, тулупы, футболки, молодежный сток. Начнем с вами вот с такой блузы. Я размерчики говорить не буду, потому что наполнение в основном SM. Такая вот блуза хлопковая, очень классная, с воротничком. Здесь у нас боди L размер. Такая вот блуза, тоже SM примерно. Топ на тоненьких бретелечках. Такая вот блуза шифоновая, просвечивает. Топ за шеей. Такая вот завязочка, очень модный, классный. Блузочка такая шифоновая. Здесь у нас даже есть комбинезон, тоже SM примерно. Такая вот блуза укороченная, с цветочками, спинка открытая. Очень такая невесомая. Здесь у нас, ну, тоже S-очка блуза. Топ такой вот на тонких бретелях, очень классно под пиджаки. Такая вот футболка, блуза L. Топ на тонких бретелях, очень яркий, классный, SM. Блуза шифоновая, просвечивает, M, можно даже на L-очку, я думаю. А здесь у нас SM блуза. Топ на тонких бретелях, тоже очень такой красивый, яркий. Здесь у нас евро 42 блуза хлопковая, рукавчики, посмотрите, какие классные. Все такое модненькое, классное. Так, здесь у нас шифоновый топ, очень приятный к телу. Футболочка, блузочка, ну, SM. M, такой вот топ, блуза шифоновая. Я думаю, что ML, даже на L-очку можно. Здесь у нас платье, XS, я думаю, S, топ. 4XL на тонких бретелях, очень красивый. M, такая вот футболочка с подплечниками, идет красиво тоже очень. Топ S на тонких бретелях, танковочка, тоже SM. Такой вот топ SM, без бретелей, очень тоже классно смотрится, шортиками с джинсиками, завышенной талии. S-очка, такая вот удлиненная футболка, может даже как платье. Блуза SM, XL, вот такая вот блуза, очень классная, блуза с люрексом, платье на тонких бретелях, S-очка, танковка L, футболочка, интересная тоже в цветочек, очень красивая, топ без бретелей, S-очка, идет корсетиком, то есть прям вообще очень классно будет смотреться, блуза вот такая с прозрачными рукавами. Топ евро 42, за шеей вот такая завязочка, XL футболочка, очень мягкая, приятная к телу. Здесь у нас S-очка футболка, в основном наполнение SM, так что если я где-то не говорю размер, значит это SM. Такая вот блуза шикарная, топ, посмотрите, какой классный, вязаный, прям вообще, мне кажется, в этом сезоне прям очень-очень модно. Евро 42 атласная блуза, топ на тонких бретелях, блуза такая вот с расплешенными рукавами, такая вот блузочка атласная, красивая очень, шифоновая блуза, так, здесь у нас S-очка блуза, L футболка, топ, здесь у нас кулиска, можно его сделать покороче, размерчик L. Блуза L, такой вот топ красивый летний, блуза, штапельный материал, здесь у нас топ M-очка, M танковочка, топ, евро 40, вязаный, тоже прям очень-очень классный, футболка SM, так, здесь у нас тоже такая вот блуза SM, блуза штапельный материал ML, топ S, футболочка S, SM топ, блуза, вот красивая L, топ, размерчик L, такая вот красивая блузочка, евро 42 боди, блузочка ML, такая вот тоже очень красивая блуза SM, рукавчики прозрачные L, Тиранова,
джемперочек тоненькая, очень вязочка прям тоненькая. L блуза, такой вот топ, очень классно, даже вот с такой вот блузочкой прозрачной будет смотреться очень стильно. Так вот. Так, здесь у нас SM топ, блуза прозрачная, L, LXL. Так, здесь у нас блуза L, топ L, блузочка SM. И здесь у нас M, вот такой вот классный комбинезон летний. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.